Ой, девчонки, вы к этому хаосу уже привычные. А что делать, скажи, если в приюте для нас нет места? Если мы самые тяжелые здесь? Самые-самые. Реджина, уйди. Реджина, не трогай ребенка. Айка. Вот такого ребенка вытащили с того света. Да? Это тунгузик. Это тунгузик. Да, мой золотой. Вот такого ребенка вытащили с того света. Такого смешного коротколапика. Ёкося моя такая. Да-да-да-да-да. Ай, ты моя. Что, красавица? Она всегда ложится в стороночки, чтобы ее не трогали. Ханечка. Ты мой красавец. Ребята, здесь самые тяжелые. Те, кого еле-еле с того света вытащили. Вот малышка, которую укол неправильно вкололи, да, малыш? Ёка моя, красавица моя. У Айки было воспаление легких, мы ее 3 месяца лечили. Помните, такой заморыш маленький, все время закутанный ходил. Вот такая превратилась Айка у нас. Реджина. Реджина еще скелетик. Клипсы мы сняли, эту желтую страшную, тирбунская наша красавица. И что ты, моя зайка? Ой, ребята, ребята, господи. Я, вот, знаете, вот это было чисто. Это они пеленки разорвали, тряпки все передвинули, медведя опрокинули, ну и все. Бутылки грызем, да? Оль, мне руки просто... До свидания. Руки ребенка нужны так. Ну, давай. Оль, ну вот такой. Это мальчик, он побольше. Девочка поменьше. Ну, наоборот. А, наоборот, мальчик поменьше. Ой, погоди, вот так. Вот такой мальчишечка. Девочки, будни волонтера. Вот еще 5-я собака. Кто не верит, что у меня в квартире 5-я собака? 5 собак вот так. Вот так. Даша, Аня. Да-да, собирайся. Ты кто мне? Да, парень, собирайся домой. Сейчас поедешь в Домодедово. Домой поедет парень. Ура! Что у нас сегодня какое? 6 января 2019 год. Пристраиваем мальчика. Девочку взяли заодно, потому что очень плохо себя дома вела. Так, ну вот в хорошие добрые ручки. Аня, привет вам. Привет. Ну, вторую взяли для компании, потому что дом не хотел оставаться. Ну, выходи, дружок. Выходи, выходи, дружок. Выходи, мой золотой. Ну, берите, наверное, берите, вставайте. Назовете сами, не знаю пока как. Вот он. Потому что одна хорошая женщина спасла. А как бы месяц она могла у себя держать, а потом мы вот дальше уже пристраиваем добрые руки. Хороший? Хороший. Ну, она не маленькая. Ну, нет, она будет побольше, чем собачку шла. Едет к маме, да? К вам едет, да? Бабушке. К бабушке. Да. Ну, бабушке 62 года, как бы молодая бабушка, да, поэтому да. Все будет хорошо. Эй, иди сюда. И кому это? Отошлем, просто... что мы ему моем. Помыли, не замучили. Эй, посмотри. Снимай. Девочки, вот к такой бабушке, которой сегодня 62 года, уехал наш мальчик. Посмотрите, как он к ней прилег. То есть он ее принял, похоже на то, что сразу доверился ей. Но я даже к тому, что ну какие 62 года, ребята, я не верю. Я переспрашиваю ее дочки: Аня, неужели 62? Но ведь потолок 55 надо. Она говорит: нет, вот такая бабушка. Поэтому я за мальчика спокойно.
Тем более, что у нее не так давно был чихуашка, по-моему, и он уже по возрасту умер. Вот. И она живет одна в своем доме. И для нее сейчас вот этот подарок, наш малыш, и она хочет собачку, потому что живет одна, повторяюсь. Арчи одели. Вот он так ходит теперь. Арчи. У нас 5 часов утра. А Рождество, правда, сейчас чуть-чуть уже начало 6-го, но проснулись девочки в районе 5. Вот у нас борьба на наськи девочек. Носки мужа, которые еще начала Варька дербанить. Теперь они продолжают это делать. Вот вам праздник. Всех, кстати говоря, с Рождеством Христовым. Всем всего хорошего. Здоровья, мои хорошие, которое нас периодически покидает, но тем не менее возвращается. Поэтому всем здоровья, всех с праздником. Девчонки. Вот она, красавица. Тараканья Муся. Варвара. Ну чего вы один-то оттягаете? Вот я вам другой еще положила. Вот такие красотульки у меня. Но без мальчика, я хочу сказать, уже поспокойнее все-таки. Она себя как-то ведет мелкая поспокойнее. Она так капризничалась. Так, у нас сегодня 8 января 2019 года. Пристраиваем нашу девочку. Вот так у нас привезла ее в семью. Она боится, ей страшно. Дорога была для нас. У нас еще есть. Том и Золотой. У нас еще есть собачки. Две. Две. Замечательно. И попугайчики. И попугайчики. В общем, привезли девочку в хорошую семью. Мальчик? Он девочка. Да, девочка. Девочка тоже. Ну вот, и у тебя теперь девочка есть, да? А у нас два мальчика. Ну вот, а будет теперь одна девочка. Мальчики, не обижайте маленькую. Вот и мой золотой, ты умничка какая. Они будут защищать. Ангелина. У нас такой защитник есть большой, да? Да. Ну пусть она к этому защитнику привыкнет. Да. Вообще, я скажу вам, ну вообще, такое дитё разумное в 4 года. Ой, как выглядываешь, смотри. Ой, ой, ты мой злат. У нас для отчета мы ведем в картотеку. И повторяюсь, в силу того, что сейчас очень много появилось людей, которые обижают животных, мы очень строго отслеживаем своих. Конечно. Вообще, откуда эти нелюди берутся? Не знаю, девочки. Ну, ладно. Вот так. Ах, ты моя. Ах, ты моя. Мося какая, да? Да. Да. Ресницы, ой, какие. Ну, девочка же все-таки. Надо соответствовать. Да. Ну, ты полюбил свою новую собачку? Да. Смотри, мама собака. Смотри, мама собака. Ну, мамочка собачка.